Башкортостане разработают новый способ долговременного хранения информации в молекулах ДНК. Проект вошел в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени». Как отмечают авторы, преимуществами технологии является использование неприродных молекул ДНК, не подверженных ферментативной атаке, долговременное хранение, скрытую передачу данных и физическую невозможность доступа к ним дистанционно. Кроме того, технологию под названием олиготека отличает оперативное извлечение хранимых данных – минуты и часы против нескольких суток для западных технологий. Данный проект будет полезен для использования в архивах, крупных библиотеках, дата-центрах, кредитных учреждениях, силовых ведомствах. Считается, что объем информации накапливается с такой скоростью, что к 40-му году вдруг не хватит компьютерного времени. Ну, трудно в это поверить, но, по крайней мере, такие слова произносят очень известные специалисты. А ДНК, ну, это тот носитель, который, значит, он более емкий. Там один в одном грамме ДНК может храниться эксабайты информации. Это 10-18 степени, то есть это очень много. Для разработки испытаний используют инфраструктуру межвузовского кампуса, также авторы проекта сейчас в поисках индустриального инвестора. Ранее для поддержки инициативы было заключено соглашение с ведущими вузами республики.